Сразу две библиотеки в Мариинско-Посадском районе преобразились благодаря участию в республиканской программе капитального ремонта объектов культурного назначения. Одним из самых уютных творческих пространств стала городская детская библиотека. На ремонт ушло более 1 300 000 рублей. Новый фасад, крыша, светлые читальные залы, частично обновлена мебель. Теперь первое знакомство юных читателей с книгами будет проходить в еще более приятной атмосфере. Библиотека разделена на несколько функциональных пространств, информационную зону и читальную. Также здесь будет зона для экспонирования творческих работ читателей. Светлой и комфортной после капитального ремонта стала и Шоршельская библиотека. Организовано открытое место для чтения периодических изданий, доступ к фонду художественной литературы. Читателям будет приятно возвратиться после карантина в любимую обновленную библиотеку.